Со 2 по 6 марта в Ульяновске в 28-й раз проходил областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2020». В соревновании приняли участие 23 педагога из 20 муниципальных образований Ульяновской области. Уважаемые члены жюри, вот каждому из вас персонально выражаю слова благодарности. Я знаю, что вы никогда не отказываетесь приходить на этот конкурс, потому что сами хотите все своими собственными глазами увидеть. И я с удовольствием приглашаю вас уже на следующий конкурс. Из всех заявившихся преподавателей жюри выбрало 15 лучших, которые прошли дальше. В итоге только 5 финалистов стали участниками 3-го раунда. Они прошли конкурсные задания «Учитель-лидер», «Публичная лекция», «Педагогический ринг» на тему воспитания в школе в условиях современных вызовов. Чувства такие противоречивые. Это, я не знаю, неожиданно, конечно, для меня. Ну, дал, конечно, это профессиональный рост в первую очередь, потому что новые люди, новые знания, общение, члены жюри, от которых это не только люди, которые оценивали наши умения, знания, работу в команде. Первое место единогласно члену жюри отдали учителю русского языка и литературы гимназии номер 13 в Ульяновске Елене Файрушиной. Преподаватель получила сертификат в размере 300 тысяч рублей и возможность представить Ульяновскую область на всероссийском конкурсе. Безусловно, в профессии педагога самое главное – это отзывчивость, умение понимать ребенка. Как говорил Конфуций, учитель и ученик растут вместе. Победителей и призеров регионального этапа конкурса поздравил глава региона. После торжественной части Сергей Морозов поговорил с учителями в узком кругу. Поэтому для нас очень важно, чтобы человек, которого вы воспитываете, был не только умным, но и сердцем. И чтобы у него душа была. И чтобы у него было вот это чувство патриотизма. На встрече участники обсудили меры поддержки учительства в рамках реализации нацпроекта «Образование», программу наставничества в Ульяновской области, а также текущую работу и планы по привлечению в школы молодых специалистов. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ.